Всем привет! Сегодня у нас покупочки фикс прайс! Набрала всего, сейчас буду показывать. Ну, первое, что хочу показать, это вот такой вот органайзер для губных помад и для косметики. Мне он как раз нужен, я уже губных помад набрала, и мне нужно, чтобы было куда повставлять. Там тушь, кисточки, в общем, для губных. Еще взяла вот такой органайзер. Он идет с ящичком, с выдвижным ящичком. Сейчас я его открою. Вот ящичек выдвигается вверх ногами. Вот. И сюда можно тоже положить и тушь, и кисточки, и всякую мелочевочку. И прям поставить вот так одно на другое. И будет удобно стоять и выдвигаться. Вот такая вот вещь. Это нужно. Я давно хотела, но вот наконец-таки взяла. Еще взяла вот такой бокс. Вот такой. Он довольно-таки большой. Вообще на нем было написано, что это бокс для обуви. Ну, правда, я не знаю. На каблуке сюда ничего не положишь. Что сюда может поместиться, не знаю. Но мне нужна эта коробочка для того, чтобы тоже много всякой мелочевки. Порядок буду наводить и все это собрать в один бобсик. И взяла специально прозрачный, чтобы было видно, где что лежит. Он еще с ручкой. И на полочку положу, буду выдвигать. Взяла пока один. Может быть, все поместится в него. Если не поместится, возьму другой и поставлю один на другой. В общем, место у меня на полке сократится от этих мелочевок. Нужно избавляться, то есть их складывать. Это 77 рублей. Ну вот эти два боксика по 99. Взяла вот такой набор для краски волос. Потому что у меня это 77 рублей стоит. Но у меня уже кисточка износилась. И при том мисочки специально для краски у меня не было. А тут вот как раз все, что нужно, есть в этом боксике. Сейчас я его открою. Вот такая мисочка. Кисточка, такая кисточка с расчесочкой. Ну, в общем, все, что нужно. Теперь у меня будет специально для покраски волос. Было разных цветов, но попался розовый, я не удержалась, взяла розовый, потому что розовый люблю. Еще, девочки, взяла вешалки, но они никогда лишними не бывают, потому что вещи прибывают, вешать их все равно нужно куда-то. Ну вот 55 рублей стоит 3 штучки. И просто вот один наборчик был розовый, я взяла, у меня розового нету. Я люблю, когда они разноцветные висят, но такого цвета у меня еще нет, будет теперь. Приобрела необходимую мне посуду. Мне давно уже хотелось взять вот такую вот глубокую миску, но это для салатницы. Но мне, может быть, что-то в ней нужно будет замешивать, чтобы она была прозрачная, если я готовлю для вас, чтобы все было видно. Вот. Вот эта салатница стоит 99 рублей. Еще взяла салатник поменьше, но тоже с таким вот рисуночком на кайме, как, в общем, наборчик будет. Вот этот салатник 55 рублей стоит, но тоже, чтобы это было мне для приготовления. Взяла плоскую тарелочку, тоже с таким же узором, тоже за 55, тоже вот будет такой, как наборчик у меня. Еще взяла два стакана. А эти стаканы продавались не в отделе посуды, а в отделе, где свечки продают. И они по 25 рублей. Мне просто нужны прозрачные стаканы, когда я отмеряю что-то, чтобы я могла насыпать стаканы, и чтобы это было видно, чтобы это было прозрачно. Вот такие вот стаканчики. Это вообще для свечей, как подсвечники, что ли. Ну, для меня как стаканчики мерные такие. Они не мерные, но... В них просто все видно, прозрачные. Вот такие пару стаканчиков, они мне тоже нужны будут для приготовления. Взяла, попробую вот такой Тирет. Там был еще какой-то гель за 55, но а этот 99 стоит. Не знаю, может быть он лучше, но это от засоров в трубах. И мне нужно как раз прочистить умывальник. Попробую вот этот вот Тирет. Гель для прочистки труб.
Взяла заколочки для волос. Волосы отрастают, и нужно будет их закалывать. И вот такие вот невидимочки, их 24 штуки, стоят 50 рублей. Вот. Надо их попробовать открыть. Мне понравилось то, что они лежат в коробочке, и они не будут валяться, где попало. Вот они здесь по 12, видимо, штук. Ну, очень удобная такая коробочка. Вот пусть они у меня будут. Мне их даже много, я еще с внучкой поделюсь. Взяла одноразовую скатерть, но это клееночка. Просто мне нужна для того, чтобы постелить на столик, на журнальный, когда я там что-то делаю, чтобы был он застелен клееночкой. Это скатерть 132 на 178. Также, если на природу идете, тоже вот эти скатерти, они, наверное, как одноразовые считаются. Но это клееночка. Скатерть стоит 55 рублей. Я ее сейчас хочу открыть, посмотреть, какая она. Но она не клеенчатая, а я даже не знаю, как сказать. Скорее всего, бумажная. С одной стороны, она как бумага, а с другой, ну, такая, как клееночка. Ну, это да, но она тоненькая. Она может просто порваться, но ее как одноразовую использовать вполне даже можно. Вот, расцветки разные были. Я взяла такую, нейтральный цвет. Ту-ду-ду-дум. И вот я взяла выпечку. Это кулич. Пасхальный набор для выпечки стоит 77 рублей. Там есть формочка, там есть несколько пачек разных, что с чем мешать. И полностью здесь есть и состав, и рецепт, как это приготовить. Но вот эта вот картонка, в которую тесто накладывается, она здесь одна. Я взяла отдельно. Отдельно продаются, в наборе их 4 штучки. И вот эти вот 4 штучки стоят 50 рублей. В общем, конечно, странно, что 4 картонки стоят 50 рублей, а тут целый пасхальный набор с куличом полностью. Продукты, в общем, все это 77 стоит. Но это я буду снимать отдельно. Выпечку посмотрите, как я буду делать этот кулич. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока!